Всем большой привет, дорогие друзья! Спасибо, что снова зашли ко мне в гости на мой канал. В этом видео, мы сейчас уже сидим в машине, мы собираемся поехать на остров Сладова. Вчера чисто случайно узнала, что в Польше празднуется месяц семьи. И сегодня на этом острове какой-то праздник. В общем, там для детей сделали всякие развлекаловки и без какие-то там мастер-классы кулинарные. В общем, хотим поехать посмотреть. У нас сегодня суббота, мы только что с полицейской школы. И сразу едем на этот остров. Что, детки, готовы? Да! Я очень хочу посмотреть, что там будет! Ну все, папа, поехали! Заводи машину! А вдруг там пузыри будут? Может, и пузыри будут? Мы на этом острове мы, по-моему, ни разу, кстати, не были. Вот как раз и посмотрим. Да, я думаю. Все, мы пришли, вот. Выспа Сладова. Там где-то должна быть развлекаловка. Мы сейчас пойдем посмотрим. Все, на улице погода не дождливая, но ветер сильный, пронизывающий, прямо такой прохладный, солнышко есть. Как-то так хочется еще одну курточку пододеть. Но, надеюсь, мы не замерзнем. Ладно, прохладно, 15 градусов тепла, такое ощущение, как будто 10, ветер 15, очень сильный. Но ветер просто мешает. Красота. Пойдем, сынок. Все, мы пришли, пока еще не в курсе, что здесь вообще происходит. Посмотрите, сцена. Дети стоят на сцене, поют песни, камера снимает. Какой-то концерт, представление. Да, говорили, что здесь концерт будет. Где так одели в куртку? Позамерзали. Холодно, конечно. Солнце еще спряталось, туча прямо. My jesteśmy wszyscy braćmi, oj, oj, wszyscy braćmi, razem śpiew najgłośniej zacznij, oj, oj, oj. Bo jak razem zaśpiewajem, oj, oj, zaśpiewajem, pieśnia lidę nebo krajem, oj, 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 oj. Мастер-класс по первой медицинской помощи, как делать искусственное дыхание. Классно. Посмотрите, здесь висят вот мешал, вот джины. To jest jedynka, taki kolor różowa, różowa, ta jest chyba, ta jest pomarańczowa, też czerwona. Говорят, надо послушать, дышит человек или нет. Если не дышит, то звонить в скорую помощь. Вы будете учить, и те каретки будут ехать. Как вы учите? Каретка – это карета скорой помощи. Но если быстро, то тоже źle и вольно. За вольно тоже źle. Должен быть добрым летним. Uwaga. Пока едет скорая помощь, а там засекли на планшете. Нужно делать искусственное. Реанимировать первую помощь. Супер! Молодец, Милана! Дали за участие подарочек, рукавички, масочка. Рукавички до учискания и туда еще пластыри. И пластырек, и хусточка до дезинфекции. Класс! Саша, можно понести нашу тебе? Что надо сказать?
Прикольно! Ну все, у вас такие свои наборы, да, медицинские есть? А это можно смотреть? Да, Милане больше на первое дали, а мне ничего не дали. Тебе еще учиться и учиться надо. Да, да, Милана молодец. Молодец, Милана первая реанимировала. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo, yeah. No solo quiero pa' eso, yeah. No solamente pa'l sexo, yeah. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo, yeah. Estoy loco de tus besos, yeah. Baby, por ti es que rezo. Пришли сюда, здесь надо собрать какой-то типа мини-пазл такой. Вот он на столе лежит, картинку. Сейчас Милана с Димкой будут собирать. Что? Ту собрали, а эту... Собрали, ну... но очень тяжелая картинка. Тяжелая, и что дали? Карандашик и брелочек. Вот, и тебе дали еще. И такую на шею вешать. Что да? Сказать надо? Сегодня день подарков. Смотри, а там мыльные пузыри еще пускают, я видела. Вот там. Пойдем посмотрим. Вы рыбок ловите? Получается? О, молодец! Дима, получается? Два? Надо за глазик, да, ловить? За носик. За носик. А папа занял очередь на аквагрим. А может, я рисую это деткам. О, молодец! Давай, Дима. Давай, бросай. О, молодец! Молодец! Ладно, 300. Скажите, что нам сделали? Класс! Да, под кофту сделали. А там у нас проходят танцы. Танцуют. Видишь, одна тетя упала. И концовка. Деликатно. Собирают всякие фигурки из палочек. Сложно? Не можешь засунуть? И увага, увага! Догури! Сжимай, нет, дай. Смело, смело! Близко, нет? Близко, тогда тебе. Я хочу венцей, опыта. Será muy egoísta ti desearte el mal. Yeah, conmigo a la buena y la mala pa' él. Yeah, yeah. Хороший ты такой, да? Усики, усики. Маленький такой, бой. Иди сюда, покажись. Какой ты красивый! Класс! Тебе нравится? А ты не видел себя же, да? Милашкина очередь подошла. Бабочку. Какая красивая бабочка! Димка! Дима! Малей! Замерзли! Милашка! Мы кулинарим! Погани, забачьте! Нам сказали, что научат готовить вкуснятину. Можете трошки послухать, як мені вийдеть. То за хвилька, поділіться. Треба вижучити той środek. Те пестки треба вижучити з дині, так? До смітничка. Можемо саме з того зробити смітничок там, де були дині.
wydrażamy, obieramy skórkę i sam ten miąższ, czyli to pomarańczowe, gnieciemy sobie widelcem na taką paczkę, dobra? Proszę bardzo, widelce. Покажи, что ты сделала. Суши. Чего суши у нас? Это у нас кабачок. А это мы делали из тыквы, с фета, в общем, с приправами разными. Сделали такой соус. Супер. И попробуем, что Милана сделала. Кормим папу. Ого, папа рот большой. И все поместилось. Просто экстра. Прикольно. Мы старались. Там вафельку бы еще вот эту вот попробовать. Ну, пойдем. Димка, ты не хочешь такое попробовать? А? Широкую бери полоску, да. Шеф-повар, расскажите, пожалуйста, ваш рецепт. С чего лучше начать? Смотрите, сначала надеваем перчатки. На первый взгляд этого уже достаточно. Дальше надо определиться, что такое кабачок. И медленными, плавными движениями делаем... Сверху вниз, я понял, ага. У меня не совсем получается, я показываю, как делать не надо. Оп. Мы это вырежем, смонтируем, чтобы все нормально. Оп, забирай. Все. Гнем. О. Все, мазывай. Это был конвейер, а Милаша будет мазать, да? А Дима будет заворачивать. Не надо. Да я буду кушать. Что-то сладкое было. Да. Делают шоколадные такие конфеты, да, Милаш? Будут сейчас скатывать шарики, макать сюда, и будут такие вкусные конфетки. Димка сидит на замерз уже. Каждый же бы себе взял одну штуку. Замерз маленький. В общем, все, мы походили везде, все посмотрели. Замерзли, наверное, дольше бы походили, но просто реально холодно. Замерзли и уже движемся в сторону машины. Хотим еще по пути заехать в магазин. Ой, ветер такой, надо было резинку взять. Вот, короче, и дети замерзли, ходят в куртках. У папы забрали куртку, у крестного забрали куртку. Антистрессы делали, аквагрим делали. Готовили всякие десерты, суши-роллы готовили вегетарианские. В общем, что мы только тут не делали. Очень все понравилось. Здорово, что придумали такой праздник для детей. Да даже не для детей, а вообще для всей семьи. Единственное, что нам сказали, что здесь можно зрение проверить бесплатно, как для детей, так и для взрослых, пенсионерам. Но не приехали. Не приехали вот эти вот, как бы, вот эта организация, которая должна зрение проверять, к сожалению. Ну, ничего страшного. И так тоже хорошо было. Смотрите на деток. Димка! Дим! Дима! Прикид такой. Милаша? Не порвалась. Покажись. Тоже в куртке. Не порвалась. Порвался антистресс? Ну, ничего страшного. Подними, зайка, чтобы не валялась. Молодцы. У вас такой прикид классный. Дима как будто Бэтмен в плаще, да, Дима? Пойдемте уже. Нас Тедик дома ждет один. Пойдем, Милашка. Тебе понравился праздник? Да. Что тебе больше всего понравилось? Готовить. Готовить понравилось? А еще знаешь, что больше понравилось? Что? Мне еще понравилось. Не слышу, что? Вот это. Антистресс? Да. Да. А мне антистресс вот эта штука. Вот эта штука? А тебе что больше всего понравилось? Вот эта штука антистресс и разукрашенная. Разукрашенная, да. Разукрашенная. Аквагрим, да? А. Ну все, пойдемте. Мост красивый. Красиво? А сюда-то что-то кинуть? Нельзя кидать, будет же грязно. Посмотри, как красиво. Если кинешь, будет грязно. Ну, да, там нагло вонючее.
Кто тебе сказал? Вонючий. Все, мы уже едем. Детей отдали в машину к крестному. Встречаемся в магазине все. И потом поедем к нам домой смотреть какой-то фильмец интересный. В общем, себе такой выходной устроили. Так что на этом видео мое закончилось. Такое легкое получилось семейное. Семейный же месяц. Здесь праздник семьи. Если вам понравилось, ставьте обязательно лайк. Пишите свои комментарии. Были ли вы, если вы живете во Вроцлаве, может, были на таких уже праздниках. Нравится вам или нет. Правда, погода сегодня немножко подвела. А так нормально. Я отвечу на все ваши комментарии. Еще раз всем большое спасибо, что смотрите мой канал. Мне очень приятно. И всем пока-пока.